Здравствуйте! Сегодня с вами Марина Ломака. И мы приготовим очень вкусную овсяную молочную кашу в мультиварке Polaris 0527. Для этого нам понадобится литр молока, 200 грамм овсяных хлопьев, 100 миллилитров воды, 50 грамм сливочного масла, сахар по вкусу 1-2 столовые ложки и чернослив несколько штук. Приступим к приготовлению. Молоко выливаем в чашу мультиварки, добавляем воду, перемешиваю и закрываю крышку. Включаю режим овсянка 30 минут. Нажимаем старт. И блюдо через 30 минут будет готово. Режим приготовления подошел к концу. Открываем крышку мультиварки. Вот такая вкусная каша у нас получилась. Приятного аппетита!